было мне предрешено. В чем моя суть? Птицей летать или упасть на дно? Крылья в душе зовут меня вдаль, счастье свое искать. Я за любовь, что ранит мне сердце, готова все отдать. Кружит меня судьба, словно ветер, как осенний лист. Я с ней играл, падал, но всегда поднимался ввысь. Врагам и бедам с улыбкой скажу, я счастлив наяву. Просто в душе мои крылья, я так живу. Ты подарила так искренне, и мы стали навечно близкими, близкими. Зови меня, через расстояние ищи меня, в мыслях и желаниях лови меня, как звезду далекую верни меня, верни меня. Зови меня, через расстояние. Изменит нас и даст нам на двоих случайный шанс, случайный шанс. Тайное, тайное счастье, крылья лавиною любви, и мы будем одни, лишь позови, позови. Зови меня, через расстояние ищи меня, лови меня, лови меня, как звезду далекую, верни меня. Зови меня, через расстояние ищи меня, в мыслях и желаниях лови меня, как звезду далекую, верни меня. Зови меня, через расстояние ищи меня, в мыслях и желаниях лови меня, как звезду далекую, верни меня. Чалышева, Андрей Даниенко. Добрый вечер, дорогие друзья. 2 года назад у нас в Дворце культуры металлургов канун Дня влюбленных состоялся первый раз конкурс между вокалистами нашего дворца дуэтов, который назывался «Две звезды». И дуэты были совершенно для меня неожиданно созданные, многие из которых я увидела непосредственно на конкурсе. Одним из них удивлением был вот такой творческий союз Дарьи и Андрея. И на удивление всех, они тогда победили, спев песню «Замок из дождя».
Но как-то, видимо, их заинтересовала работа вместе, хотя они абсолютно разные. Оба очень талантливые солисты. Они выступили на музыке друзьям. На следующий год, в прошлом году, вновь конкурс «Две звезды», и вновь их дуэт побеждает. Их дуэт победил в этом сезоне на последнем конкурсе эстрадных исполнителей «Музыка друзьям» в номинации «Дуэта». Они стали первыми. И вот, казалось бы, вновь февраль, вновь должен состояться конкурс «Две звезды», но тут уж все наши вокалисты сказали: «Ну зачем? Опять же понятно, кто выиграет». И мы решили, что пусть это будет целый концерт этого замечательного дуэта Дарьи Чалышевой, Андрея Даниленко. И как они себя назвали? «Дача». Итак, для вас поют Дарья Чалышева и Андрей Даниленко. Ну а следующая песня, которая прозвучит для вас, называется «Unforgettable». Надеюсь, у каждого из вас есть такие же незабываемые люди, о которых поется в этой песне. That's what you are. Unforgettable. Don't you ever fall. Like a song of love that clings to me. Ah, the thought of you that clings to me. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, and forevermore, that's how you stay. Замечательные песни, они будут разные. Это будут очень известные, любимые старые песни. Это будут рок. Будет, да?
насколько я понимаю. Это будут прекрасные дуэты, причем из разных мюзиклов, из разных времен. Это будут зарубежные хиты. И, конечно же, и Даша, и Андрей будут их исполнять и поодиночке, предоставляя сцену. Итак, сейчас для вас поет Андрей Даниленко. Но следующая песня, которую я хотел исполнить, называется «Ты моя мелодия» Муслима Магомаева. Yeah.
Спасибо. Андрей Даниленко. Ну, они вот так и будут меняться местами и время от времени встречаться в дуэтах на этой сцене. Ну, а сейчас я приглашу на эту сцену уже Дашу. Вы знаете, можно, я иногда говорю, что это ребенок дворца, пришел в раннем возрасте. Вот Даша не так. Даша пришла во дворец на конкурс «Созвездие» перед конкурсом уже в 13 лет, и для меня было открытием, когда вдруг вышла красивая девочка и спела замечательную песню, очень взрослую песню «Загадай желание» Муслима Магомаева. Она пришла к Светлане Васильевне Куликовой. И вот за эти несколько лет Даша сделала, я считаю, что очень большой рывок в творчестве. Она очень выросла благодаря своему руководителю, благодаря своей работоспособности. И мы ее во дворце очень любим. Вот это солнышко, которое радует всех. За это время Даша стала и победителем конкурса «Созвездие» детского. Даша заняла первое место в международном конкурсе «Волга в сердце впадает твое» в своей возрастной группе. Даша стала обладателем гран-при областного конкурса «Голоса детства». Даша уже теперь неоднократный победитель конкурса «Музыка друзьям». Дарья Чалышева. Песню спою, братья, да.
Это вот кто меня всему научил. Следующая песня, несмотря на то, что она на английском языке, я ее очень люблю. Потому что она, несмотря на свою тяжесть в техническом смысле, она о бабочке, которая летает. И я тоже хочу быть бабочкой. И вам желаю легкости. Gravity. Nothing comes from dreams but dreams. Still you believe in one time. Something happens and it seems like you're strong. Nothing comes from Только двое.
неужели издалека встречный смотрит свысока и смеется нам в глаза, как не верит чудеса. Исполнить вам одну мою из самых любимых песен, она на украинском языке, песня группа ОКН Эльзы «Не питай». Твои долони.
сны, твои долони. Спасибо. Андрей Даниленко. Ну вот, расскажи мне, Андрей, почему каблук зацепился у Даши? А вот мы-то знаем, что Даша вообще-то не любитель, только на сцену она может выйти на каблуках и в длинном платье. И растеряться и заволноваться должна была она. А почему ты-то еще один дуэт пропустил? Тебе так хотелось спеть вот эту песню? Даже очень. Аплодисменты. Готовимся к следующему. Приношу свои извинения. Хорошо. Готовимся к следующему номеру. Я подготовлю к тебе тоже речь от тебе небольшую. Просто ты так не успел, не дал мне выйти с этими словами от тебе. А я еще расскажу маленькую-маленькую причину этого концерта, вот такого сольно-дуэтного. Она, конечно, и в том, что они замечательные, конечно же. Они талантливые. А еще в том, что в этом году у Даши большое событие. Она заканчивает школу. А человек она у нас отличница, комсомолка, как говорили раньше, она спортсменка. Ну и самое главное, она просто талантливая и красивая девушка, Дарья Чалышева. И, конечно же, она будет продолжать свое образование. И я уверена, она, что она выберет себе хорошую профессию. Она станет очень толковым, умным специалистом в том деле, которое она выберет. Конечно же, она никогда не расстанется с музыкой. Но сейчас, вы понимаете, ЕГЭ — это такое страшное слово. И с ее ответственностью она будет готовиться, конечно, к этим экзаменам, Мы ее очень поддерживаем, мы за нее переживаем. И вот этот концерт, это как бы вот такой вот небольшой ей поддержка ваших аплодисментов, вашей любви, вашей теплоты. И, конечно же, тот репертуар, который уже сделан с Андреем, который сделан ей самой. И ей очень хотелось бы, чтобы вы его услышали. И вот сейчас вновь на сцене Дарья Чалышева. Я лечу в небосводе.
понимаю я вас. Следующая песня тоже на английском языке. Она называется «Feeling Good». О жизни, о том, как жить в кайф, если можно так сказать. Feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I feel good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. Партнере Андрей Даниленко. Он приехал сюда из Украины, и, наверное, благодаря тому, что он пришел в этот дворец, наш город стал для него родным. У него в этом сезоне, у нас года во дворце исчисляются не вот с Нового года по Новый год, у нас открытие сезона, до закрытия сезона. В этом сезоне было замечательное событие. Наверное, одно из самых главных в его жизни. Он стал мужем, он встретил свою любовь, которую он долго-долго искал, а нашел буквально, он репетирует на втором этаже, а Юлечка Мельникова у нас работает на первом. С чем мы их поздравляем? Мы очень за них все рады. И если говорить про творчество, буквально перед концертом Андрей, еще вы не вошли в зал, он сказал, что в году 2000 в институте был какой-то концерт, он тоже пел в свое время в самодеятельности, но не был еще таким как бы известным, скажем так. И выступал какой-то молодой человек и говорит, у меня была такая мечта, блин, вот хоть бы раз в жизни выйти на сцену, где свет, где вот так музыка и зрители аплодируют. Мечта его сбылась, он уже много лет выходит на эту сцену и не только на эту сцену. И он уже стал достаточно известным в нашем городе, и его любите вы, дорогие зрители, любим мы во дворце. Итак, на сцене Андрей Даниленко. Ария мистера Икса.
снова туда, где море огней, снова туда с тоскою моей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, вот смелей акробат. За смертью играю, смелый дерзок мой друг. Все замирает, все смолкает вокруг, слушая скрипку, да в ложек злотну. Скажут с улыбкой храбрый шум: да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки. Никогда не дадут руки. Смычок опущен и мелодия допета. Мой конь как птица по кругу мчится, дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер конченый гаснет свет, и никого со мною рядом нет. Цветы лепести на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер лети суждено. Нигде не светит мне родное окно. Большой сюрприз. Это будет дуэт Дарьи Чалышевой, но не с Андреем. Много времени Даша с этим вокалистом нашего дворца пытались сделать этот дуэт, но как-то все не удавалось, не случалось. И этот концерт был хорошим поводом, чтобы все-таки воплотить эту мечту. На сцене Дарья Чалышева и Владислав Биткин. Be all right.
us to a place. Guide us with your grace. Give us place for where we stand. Sola un mondo senza più violenza, in modo di наступила весна, но в душе моей холод. Я стою, словно дело моя сторона, я глаза свои прячу. Но не меньше других я имею права на любовь и удачу. Почему, почему пощадил его ураганы и бури? Почему в кабаке не убили его где-нибудь в Сингапуре? Ваше дело меня проклинать и бронить, вы одно только знаете. Этой свадьбе не быть, этой свадьбе не быть, не бывать этой свадьбе. Прошу тебя не торопись, пойми, ведь я тебя люблю. И никому не уступлю, и никому не отдам. Прошу тебя не торопись, подумай о судьбе своей. Не отвергай любимой, любовь моя навсегда. Ни на что, несмотря, он лишает меня и мечты, и надежды. Значит, правее я, ни на что не смотря, отвечать ему тем же. Пусть на высшем суде снисхождение к себе я ни в ком не увижу. Все равно я ее не отдам никому. Не могу, не хочу, ненавижу. Прошу тебя, не торопись, пойми, ведь я тебя люблю. Прошу тебя не торопись, подумай о судьбе своей, не отвергай любимой, любовь моя навсегда. Прошу тебя,
не торопись. Пойми, моряк, он есть моряк, ему и реки, и моря, ему далекие края. А здесь моя земля, моя любовь, моя. Прошу, у тебя не торопись, пойми, ведь я тебя люблю. Ну а сейчас прозвучит замечательный дуэт из рок-оперы «Юнона и Авось. Ты меня никогда не забудешь», который исполнят Дарья Чалышева и Андрей Даниленко. Thank you.
я тебя никогда не увижу. Я тебя. Дарья Чалышева, Андрей Даниленко. Вот тут девушка побежала. Остановите, пожалуйста, девушка в черном. Девушка в черном, остановите, пожалуйста. Я перед началом концерта, вернее, когда... Ну, можешь постоять 5 секунд? Даже, да? Потому что... Светлана Васильевна, задержитесь. У меня почему-то впервые возникла такая ассоциация, вот у них дуэт. Это очень непросто работать дуэтом. Одно дело, когда ты поешь солистом, это все хорошо у тебя, ты отвечаешь только за себя. Другое дело, когда это дуэт. И у меня впервые в жизни, я знаю, я бываю на репетициях. Единственное, что сейчас я сижу прямо в соседнем кабинете, я слышу все репетиции. Кто что поет, у меня все очень хорошо, я знаю репертуар всех. У меня почему-то сравнение прошло, когда они пели, на всякий случай, Светлана Васильевна Куликова, их замечательный руководитель. Представляете, какое у меня сравнение прошло, Свет, вот за столько лет, что вы не просто руководители вокал, казалось бы, что такого песню спеть? Вы как тренеры в фигурном катании. На самом деле, вот поверьте мне, каждую нотку, не ей одной, а двоим, чтобы они звучали как одно единое, они должны доверять друг другу абсолютно, потому что не все дуэты складываются, потому что где-то по характеру, где-то почему-то. Не нравится одному, нравится это, петь другому другое. Вот они как-то сложились. Светлана Васильевна, вот эти цветы от нас, коллег, вам, тренеру, таких замечательных танцоров. И танцоров тоже, как мы сегодня увидели, Даша. А еще, дальше ты уже можешь идти готовиться к следующему номеру. А еще у нас есть три небольшие подарка от группы изданий «Красной Зори». Им в декабре исполнилось 8 лет. И они с удовольствием дарят подарки своим читателям. И это кое-что, Владислав Владимирович, чтобы за чашкой кофе так почитать, узнать, что нового в нашем городе. Но еще так, чтобы было с чем это кофе выпить. Это три подарка, достанутся они тем зрителям, поскольку газета «Красная Зоря», у кого есть что-то красное в одежде. Итак, три первых счастливчика, вставайте и выходите на сцену. Кто первые трое? Молодой человек, вы, конечно же, я вас вижу. У вас больше всех, потому что вы больше всех. Добрый вечер. Итак, это небольшие подарки от группы изданий «Красной Зори». Мы уверены, что именно в этих изданиях обязательно выйдет статья о сегодняшнем замечательном концерте. А тебе нравится концерт? Да. Кто тебе больше нравится, Даша или Андрей? Андрей. Аплодисменты! Спасибо вам, наслаждайтесь концертом. Ну, а я, пользуясь случаем, как обычно, я такая рекламная пауза, хочу вас пригласить на прекрасное мероприятие, прекрасные музыкальные концерты, которые состоятся в нашем дворце буквально вот скоро-скоро. Завтра, 17 февраля, состоится очередной концерт из серии «Кумиры и звезды зарубежной советской эстрады 20 века». Это будет зарубежная эстрада 60-х, 70-х годов. Это Джо Дассен, это Мирей Матье, Делида, Элвис Пресли. Мы приглашаем вас завтра на «Кумиров». 19 числа состоится концерт двух замечательных девушек, Ольги Фоминой и Ольги Барыгиной. А 24 февраля, очень давно у нас не было таких концертов, это действительно подарок, все наши вокалисты как-то так подсобрались и оставили немножко в стороне эстраду и примут все участие в замечательном концерте Его Величества Романс. Мы вас приглашаем 24 февраля. А вот 7 марта концерт для всех женщин. Это концерт студии «Вокальный аккорд» в составе Владислава Шишкина, Валерия Карпова и Владислава Биткина. Ну что ж, а сейчас для вас поет простой украинский парень Андрей Даниленко.
От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-ё, 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 ой-ё. Забил сосед у них на фабрике стачка. Чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. По телеку рядятся, как дальше жить, достали. Человеку, который в своем день рождения. Леша Беспалов, я поздравляю тебя, и вместо слов эта песня для тебя, знаешь, все еще будет. Знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит, а еще меня на свете губы твои разбудят. Счастье, что оно даже птица
его не запру безжалостно, я его не запру безжалостно. Крыльев не искалечу. Улетай, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Знаешь, как отпразднуем встречу. За нашу дружбу творческую хотел подарить тебе маленький презентик. Спасибо. Но я их за лазерный ничего не приготовила. Но сейчас мы споем тот дуэт, который я пропустил, который я решил не петь. Следующая песня называется «When you tell me that you love me». Это песня Хулио Иглесиаса с Натали Райтон. Музыку. Вспомните своих любимых. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel your pain. What I was, show your loneliness and what it does. You walk into my life to stop my tears. Everything easy now, I have you here. And baby, every time you touch me, is
Песня, Муслима Магомаева называется «Верни мне музыку». Концерт. А я хочу сказать, что мы очень счастливы, что в нашем дворце есть два таких замечательных человечка. Даша Чалышева, Андрей Даниленко. Два таких талантливых, добрых и прекрасных, которые дарят нам свои песни и дарят нам только хорошее настроение. Я хочу пожелать, конечно же, Даше, Дашенька, чтобы все у тебя было хорошо. У тебя не может быть по-другому, потому что она вот такая. Если делать, то только на отлично.
Мы за нее будем болеть, мы за нее будем переживать, мы ее будем поддерживать. А тем более, чем бояться? Даша, когда рядом... Да, такие мальчики. Андрюш, не переживай, у тебя плечи шире. Ну что ж, дорогие друзья, сегодняшний концерт дуэта «Дача» в составе Дарьи Чалышевой и Андрея Даниленко. Они хотят завершить замечательной песней, которую, я уверена, вы споете вместе с ними. После долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины, поглощая время дыра. Это все, что останется после меня. Все, что возьму я с собой. С нами память сидит у стола, а в руке ее пламя свечи. Две мечты на печаль и стакан.
спасибо, что поддержали нас, что пришли на наш концерт. Мы очень-очень долго составляли эту программу, длительное время работали над каждой песней, чтобы понравилось. Ну, есть кое-какие ляпы, но мы волновались, мы готовились, чтобы порадовать вас. Спасибо вам. Большое спасибо. Скорее всего, это наш такой большой совместный проект с Дашей будет последним, потому что Даша заканчивает школу и уезжает. Как ни печально, но это наш последний концерт.